YouTube, привет! С вами Хмурик, и мы продолжаем тему прокладок. В комментариях к предыдущему ролику многие спрашивали, как сделать прокладку с круглым сечением. Сейчас мы этим и займемся. Я покажу на примере самой демократичной по цене пластилиновой технологии. Адепты 3D-печати, не кипяжуйте. Ее я оставил для следующего ролика, как и другие варианты, подсказанные подписчиками. Будет сравнение прокладок со сложным профилем, отлитых в матрице из пластилина, гипса, парафина и напечатанных на 3D-принтере. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить и узнать плюсы и минусы каждого подхода. Будет интересно. Для изготовления матрицы нам понадобится пластилин и листовой пластик. Подробно со всеми нюансами технология описана в ролике «Как сделать силиконовую прокладку». Кто не видел, переходите по ссылке в описании. Видео длинное, для быстрой навигации можете воспользоваться тайм-кодами в описании к ролику. Ну а для круглой прокладки все довольно просто. Изготавливаем две матрицы с сечением в виде полукруга. Заполняем одну матрицу силиконом, ждем, когда он слегка затвердеет до желейного состояния и не будет выливаться при переворачивании. Заполняем вторую матрицу, накладываем на нее экземпляр с полузастывшим силиконом и придавливаем грузом. Осталось совместить матрицы и дождаться, когда силикон окончательно застынет. Если прокладку прокипятить, это ускорит процесс окончательной полимеризации. Недостаток данного метода – это облой, который придется срезать. Ну и напоследок посмотрим сечение в разрезе. С вами был Хмурик, не забудьте подписаться, всем пока!